выполнять дорожные работы по соседству. И вот только сейчас последний момент начало снять. Робот-каталка. Что, на Самарах лес, что ли? Вот это вот тут мост строит. Вот этот робот успел после мечей достать. Как этот робот-каталка сама заезжала вот это на устройство, которое будет ее дальше перевозить. А мужик рядом стоял и этой роботом-каталкой управлял. О, какая автоматизация при строительстве нового моста.